Город приступил к капитальному ремонту теплотрасс. В настоящее время работы ведутся на улице Шубиных и проспекте Строителей. Всего этим летом и в Гортеплоэнерго отремонтируют 7,5 километров магистральных сетей. Проведено обследование. Эти сети наиболее подвержены разрушению. Были аварийные ситуации, поэтому было принято решение переложить именно в первую очередь сети на этом участке. На улице Шубиных уже через 2 недели закончится работа по замене 113 метров трубопровода. Последний раз трассу ремонтировали 11 лет назад. Прослужила она недолго в связи с затоплениями канала грунтовыми водами. В данном случае происходит замена магистральной, скажем, перемычки, которая соединяет вода ТГК, располагаемая по улице Строителей и Любимого. Проспект Строителей и улица Любимого. То есть она имеет такое значение. Ну, во-первых, она снабжает где-то порядка 100 домов потребителей непосредственно с нее. Потом она может иметь значение в случае возможных каких-то переключений при выводе из строя, например, каких-то магистралей. Новые трубы надежнее прежних. На эти наносится тепловая изоляция, что позволяет полностью исключить наружную коррозию. Соответственно, увеличивается срок службы. То есть вот срок службы данного трубопровода, он планируется до 30 лет. Существующая труба была заменена, предыдущий капитальный ремонт был в 2003 году, то есть вот она прослужила 11 лет. Аналогичные работы сейчас ведутся на проспекте Строителей. Эта сеть обеспечивает теплом и горячей водой 2 многоквартирных дома. На время ремонта здесь проложили временный трубопровод. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.